Здравствуйте. Хочу показать, как подорожали стройматериалы за последний месяц. А конкретно речь будет о гвоздях и саморезах. Вот такое ведро 3 килограмма саморезов в феврале стоили 798 рублей. Уже фасованные стоили вот столько. Но у фасованных зависит от количества и размера саморезов. А вот фасованные по килограмму и всяких размеров 275 рублей стоили за килограмм. Вот разные размеры по одной цене. Это оцинкованные саморезы. Они всегда дороже, чем черные. Это черные, но большого размера. Сейчас посмотрим, сколько стоили обычные гвозди. А теперь внимание, самое интересное в этом видеоролике. Сколько стали стоить гвозди в марте? Саморезы подорожали чуть ли не в два раза. А это фасованные по 1 килограмму, которые стоили 275 рублей еще в феврале. Вот так вот поднялись цены. Все это печально, конечно. Всем пока. До новых встреч.